По родным просторам едут удалые казаки, и коней своих она боят из серебряной реки. Кто придет до нас с мечом, тот погибнет от меча. Рубит казак удалось с богатырского плеча. Молью с нами сила вместе. Будем огры, будем огры, будем огры. Днем ему жара, казак духом, а лично молот, и сердце к нему видна. Хай ведет казар дружина, хай века весна лица, дома дедушки родные и жена красавица. С нами сила! Кто зачем пришел в этот мир? Задачу рода выполнять. Ну, прекрасно, задачу рода. Дедушки много надавали задач там тебе? Предостаточно. Предостаточно, говоришь. Творчество проявлять. Любовь сотворять. Дарить благодать. Дарить благодать. Пойдем. Знания. О, хоть кто-то, вот здесь, друзья, смотрите, хоть кто-то учиться пришел сюда. А есть кто пострадать пришел? Мама! Полетели? Их не вернуть. Я отправлю. По дороге что? Жизнь не разорваться, давай жить.
соколам и соколицам земли русской, ура! Счастья, всех вам благословения, друзья. Мы всегда помним, что мы все единая, не только страна, единая держава, единая Русь, но мы все единые русичи по всей матушке земле. И мы действительно великий народ, и это очень радует, что этот народ сейчас просыпается активно. И, конечно, друзья, сейчас многим нелегко становится в нашей жизни. Но, друзья, если тебе тяжело, что нужно делать? Петь, танцевать и радоваться. Радоваться и сказать: благодарю вам, дедушки, бабушки, благодарю за эти интересные задачи, которые вы мне дали здесь, на Матери Земле. Ибо в этих интересных задачах, друзья, мы с вами все растем. Так что, друзья, всем вам духовного, душевного роста и крепчайшего здравия во всех телах. Ура, да будет так! Ну, и, конечно же, раз о здравии заговорили, живо! Свет изначальный, приидущий и благословивший нас. Жива, жива, матушка, жива, жива, матушка, ты гори, гори ярым огнем, жива, жива, матушка, ты гори. Жива, жива, матушка.
батюшка. Слава роду батюшке, наживе матушке! Под камней глоток подарит ручей живительной воды. Ветрам песни поют мечты, собою зовут весь мир. Это ты. Смотри, дыши, чувствуй сердце, живи и живи. Белый-белый свет, сияющий радостью. Белый-белый свет, мир красоты. Источник благости, белый-белый свет, мир чистоты.
за этот чудесный вечер сотворения. Мы пожелаем вам счастья, любви и радости, высшего благословения, благословения ваших славных родов, благословения Матушки Земли. Счастья, здоровья, любви вам, родичи! Группа Рамира благодарит его. Благодарит от всей души. Пусть эти прекрасные цветы, которые распустились сегодня в наших сердцах, даруют прекрасный аромат мироздания. Во славу рода Вышнего, во славу богов Вышнего, во славу всех наших предков, во славу Матушки Земли. Группа Аурамира благодарит вам, друзья. Всего вам доброго, всех вам благ. Ура!